А это тебе букетик. Вот это что, серьезно? Ну, это что-то прям романтическое, инопланетное. Конечно, и вкусное, и красиво. Пива, правда, нет в комплекте, но я могу сбегать, если что. А, вот, вот так, да. А нет, типично молодцовская женщина непонимательная наречие. Чего это непонимательное это? Пойду кровать поставлю. Ага. Пахнуть будут дня через три.